Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами будем смотреть тему «Какой тебя видят мужчины?». На что чаще всего обращают внимание, какие акценты в вашем образе, характере они для себя расставляют. Друзья, спасибо вам огромное за донаты, за поддержку канала. Очень вас за это благодарю, за то, что вы находите возможность меня поддерживать. Это очень ценно для меня. Ну и еще, как мы с вами договорились, да, если у вас на YouTube видео загружается не очень хорошо, то ссылка есть в описании к каналу, в описании под этим видео, в первом закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Если удобней, то можно видео смотреть там. Я туда и буду дублировать. Ну и еще, я надеюсь, вы не сильно расстроились, да, что я теперь не буду загружать видео в HD качестве, да, потому что скорость интернета не позволяет мне делать это быстро, поэтому разрешение 720. Не сильно в качестве изображения потеряла, но чуть побыстрее загружается. Итак, ну что же, давайте теперь с вами рассматривать вас, любимых. Тоже люблю такую тему, такое внутреннее исследование, рефлексия. Что нам это дает? Да? Нам это дает понимание, какие, может быть, у нас сильные стороны, в чем имеет смысл, может быть, как-то поразбираться, если вы, конечно, чувствуете в этом внутреннюю необходимость. Итак, сегодня сигнификации у нас не будет, да? В процессе слушайте, если откликается, то значит есть над чем подумать. Так, какой же тебя видит мужчина? Первое. Общее впечатление чаще всего про вас со стороны мужчин. Какое бывает? Ну, вы будоражите невероятно, да, потому что на вас выпадает сразу тут и карта победителя, шестерка жезлов, то есть и желание на вас произвести впечатление и завоевать вас, и понимание, что вы такой соблазнительный трофей. Конечно, сразу включаются все эти интуитивные, инстинктивные желания по дьяволу, то есть очень большое может быть возбуждение, как первое впечатление, и девятка кубков. То есть мужчины, как правило, чувствуют, что вот здесь есть чем поживиться в плане получения удовольствия, удовлетворения своих потребностей. То есть вы такая женщина-мечта. Вот вас хочется и заполучить, от вас хочется получить удовлетворение своих каких-то физиологических потребностей, и чувствует мужчина, что в эмоциональном плане вот есть где разгуляться, да? Вы как такой, знаете, ветер, воздух, на котором разгорается вот это вот пламя желания. То есть чаще всего, если в вашей жизни возникали какие-то отношения, они базировались именно на вот этом вот первом сексуальном очень сильном влечении. То есть мужчины вами очень быстро сразу заинтересовываются. Вот можно ли это считать плюсом или минусом, да, это такой положительный мотив или не очень благоприятный, все зависит от того, как дальше начинают эти отношения развиваться, да, что вы в этом общении в мужчине поощряете, да, на что вы делаете ставку. Вот если вы сами делаете ставку на то, что вы такая соблазнительница, искусительница, роковая женщина, да, ну в таком случае это для вас рабочая схема. Таким образом, вы очень быстро заходите в отношения. Если это как такой первый манок, а дальше вы хотите чего-то другого, то тут уже могут быть какие-то вариации в развитии сценария взаимоотношений. Что мужчины чаще всего вспоминают, когда они о вас думают? Те мужчины, которые когда-то были в вашей жизни, те мужчины, которые только что с вами познакомились, когда они остаются наедине с собой, что они чаще всего вспоминают про вас? Какие воспоминания чаще всего связаны с вами, с вашим образом? Что они чаще всего вспоминают? Ну, слушайте, нам от туза жезлов никуда не деться. Да, все равно они вспоминают в том числе и какое впечатление вы на них произвели. То есть, как у них в вертикальное положение переместился орган, который им дает понять, нравится ему женщина или не нравится. А чаще всего они вспоминают, что с вами довольно комфортно, тепло. Это не значит, что вы как бы даете расслабиться, потому что Солнце у нас еще карта, указывающая на в достаточной степени ярко выраженный эгоцентризм. То есть вы не та женщина, которая растворится в мужчине. То есть он понимает сразу, ну, какая планка, какая высота. То есть на эту высоту нужно еще вскарабкаться. Вот, кстати говоря, вот это вот первое впечатление возбуждения
многим мужчинам помогает в том смысле, что отключает мозг, да, и они начинают рисковать. То есть они просто идут на абордаж, не очень отдают себе отчет, какие будут последствия. Еще вы воспринимаетесь как человек такой молодой, любопытный, интересующийся, человек, который все время находится в каком-то обучении, все время что-то исследует. Вы не забронзовели, вне зависимости от того, сколько вам лет. Вам вот до всего есть дело. С вами, скорее всего, можно говорить на разные темы. Вы человек таких широких взглядов. А при этом вы не давите своим интеллектом. Это не история, когда вот познавательная страничка, да, ума палата, и вы, значит, поучаете. То есть у вас нет назидательности, у вас нет желания человека как-то уязвить, уличить в его некомпетентности. То есть вы интересуетесь, и вы этим своим интересом к жизни заражаете своего собеседника. То есть с вами просто прикольно, весело. Вы такой ребенок озорной, который обязательно возьмет палочку, поковыряет, посмотрит, а что там внутри, в прямом и в переносном смысле, в метафорическом. Вот. Ну и чаще всего, конечно, вспоминают, как этот бздень произошел, да, как прям у него щелкнуло, что он почувствовал, что неужели я так близок к тому, что я хотел. Видимо, неоднократно было в вашей жизни такое, что мужчины на ваш счет и обольщались, и делали какие-то высокие ставки, и стремились вас завоевать. Это все вкупе, одновременно и такое ощущение легкости, интереса, содержательности, наполненности, возбуждения и какого-то ощущения близости к исполнению своего желания. Знаете, как в детстве. В детстве кажется, что стоит только захотеть, все получится. В этом смысле, да, здесь рацию отключается, и человек начинает получать наслаждение от общения с вами. Что мужчины думают о вашей внешности чаще всего? Какая вы им считываетесь внешне? На что они обращают внимание, за что зацепляются в вашем образе внешнем, да? Внешность ваша. Тут довольно интересное сочетание, потому что сейчас вас Вселенная рисует как человека очень такого подвижного по восьмерке жезлов. То есть чаще всего за счет какой-то динамики, такой экспрессивности, мужчины даже не сразу замечают там, собственно говоря, а что там такое было во внешности. Знаете, вы как такой смерч, вихрь, то есть что-то такое налетело, закрутилось, завертелось. И, как правило, мужчины впечатляются не вашей внешностью, а тем ощущением, которое вы привносите с собой. Да? Именно вы какую-то энергетическую воронку способны закрутить. Посмотрите, на вас сразу выпадает у нас еще и карта башни. То есть это, как правило, внешность такая сногсшибательная. Потом мужчину расспроси, да, какого цвета была кофточка, глаза, да, платье было или юбка. Он ничего не сможет вам сказать, потому что это было какое-то, знаете, впечатление из серии «Удар молнии». То есть именно ощущение сногсшибательности. Детали человек потом воспроизвести не может. Еще по иерофанту я бы сказала, что вашу внешность мужчины не могут назвать какой-то уж слишком вызывающей. То есть вы точно не прибегаете к каким-то таким дешевым приемам, как декольте до пупка, да, или открытая спина до середины ягодиц. То есть вы не делаете ставку на какие-то запрещенные простые приемы, да, которые просто вызывают у мужчин слюноотделение обильное. Да? То есть, скорее всего, это достаточно закрытый гардероб, как ни странно. То есть мужчина возбуждается, но не за счет того, что вы оголяете причинные места. То есть они возбуждаются, интеллектуально, как-то загораются, чувствуют вашу энергию. Вы можете одеваться достаточно скромно. Да, кто-то даже, может быть, скажет, что вы достаточно пуританских взглядов. То есть, что это за длина юбки, почему у вас все время какой-то глухой закрытый ворот. В общем, внешность такая, что мужчины понимают, что вы невероятно обаятельны и вы энергетически завораживаете. Но ни пошлости, ни какой-то излишней откровенности в одежде, в вашем имидже, в вашем мейке, да, точно мужчины не замечают. Может быть, вы еще, кстати, такой профессии человек. То есть довольно сдержанно вы выглядите, но при этом вы производите впечатление. Какой вы видитесь как партнер? С вами сотрудничать, иметь какие-то дела? Что мужчины на этот счет думают и что скажут? Какой вы партнер в делах? Что мужчины чаще всего думают?
как в известной нашей старой любимой комедии, да, это мировая женщина, да, мировая женщина, то есть они думают, что вы достаточно масштабно мыслите, вы не боитесь выходить за рамки какого-то уже существующего опыта, довольно легко идете на эксперименты, легко устанавливаете связи, кстати говоря, у вас может быть много общения по всему миру, ну, как мы часто говорим, да, open mind, человек, который не зациклен на какой-то одной, там, не знаю, парадигме, концепции, в общем-то, опять же, да, вот это любопытство, у нас по пажу пентакли здесь проигрывается. А в делах вы человек, который умеет считать деньги, умеет их приумножать. А скорее всего, вы человек не рисковый, да, по рыцарю пентаклей. Вы можете пойти на какой-то эксперимент, но у вас будут какие-то отходные пути. У вас будет обязательно какой-то план Б запасной, да? То есть, если вы делаете какую-то ставку неожиданную, да, идете куда-то в новое, то вы точно знаете, куда вы будете отползать, грубо говоря. А скорее всего, это еще указывает на то, что у вас есть какие-то подопечные, да, или в плане бизнеса, или, например, дети. А поэтому вы бы, может быть, и рады пуститься в какой-то блуд, ну, в плане каких-то экспериментов профессиональных. Но вы понимаете, что у вас есть ответственность, поэтому у вас, скорее всего, всегда есть какой-то стабилизационный фонд, какая-то финансовая подушка безопасности, то есть надежность, стабильность, неспешность, последовательность, вот еще что важно, да, не просто там брякнула, всех заинтриговала, какую-то авантюру завертела, да, и вместе со всеми деньгами скрылась в тумане, да, как в известном анекдоте, да, требуется бухгалтер, работа год через три. То есть нет, здесь не такая история. То есть я, конечно, с любопытством поучаствую в каком-то новом проекте, но мне нужно знать, что мне будет на что кормить моих детей. Да? Я должна понимать, что я подстрахована, что есть какие-то определенные гарантии. В этом плане вы суетиться точно не любите. Дела в этом отношении с вами вести хорошо. Да? Здесь без каких-то искусственно созданных форс-мажоров, без нервотрепки. Спокойно, последовательно, да? Без суеты. Что чаще всего мужчины думают, додумывают и фантазируют про вашу личную жизнь? Вот, например, мужчины, которые с вами знакомятся, ничего еще про вас не знают. Какой им рисуется ваша личная жизнь? Ну, мужчины чаще всего точно понимают, что у вас есть уже какой-то опыт, то есть вы, скорее всего, были в браке, да, что указывает просто на то, что вы, скорее всего, человек зрелый. Ну, и они понимают, что такая женщина вряд ли всю жизнь просидела у окошка в ожидании, то есть там были какие-то истории, были желающие, которые с этой женщиной хотели пройти эту жизнь, да, вместе, да, шли всерьез и надолго. При этом, посмотрите, что интересно, здесь у нас карта «Шут», и карта «Колесо фортуны». То есть при этом считывается какая-то чертовщинка, что как бы да, у этой женщины, конечно, был какой-то серьезный опыт, бэкграунд считывается, но при этом это женщина, которая легко знакомится, которая достаточно отзывчива на какие-то предложения судьбы, да, вот эти вот сюрпризы, эту удачу, этот случай, она умеет считывать. Ну, то есть, если мужчина к вам, например, подходит с каким-то предложением пообщаться, да, у вас, скорее всего, не возникает какого-то ступора или страха, то есть вы его точно не прогоняете, не машете на него руками, что окстись, куда мне, я не буду. То есть, скорее всего, достаточно спокойно относитесь к флирту, да, как к такому приятному вайбу, который создает такую расслабленную, приятную атмосферу жизни. Ничего не драматизируете, не делайте сразу никаких ставок. Да. У вас бегущие строки на лбу «хочу замуж» нет. Да. Мужчин, кстати говоря, это очень подкупает, потому что вы довольно трезво смотрите на ситуацию знакомств новых, общения с мужчинами. Нет какого-то гнетущего, тяжелого такого ощущения, что сейчас эта женщина повесит на меня все свои проблемы. То есть с вами легко. То есть мужчина понимает, что при том, что у вас был какой-то опыт, кстати говоря, именно поэтому, вы понимаете, что в этой жизни, ну, как будто бы держаться мертвой хваткой за что-то, это утопичная история. С собой мы ничего не заберем, да, поэтому, ну, есть такое ощущение, что если сейчас у меня есть возможность пройтись по этому музею, я ничего с собой из экспонатов забирать не собираюсь, но я наслаждаюсь видами, общением, какими-то приятными эмоциями, ощущениями. Вот это вот все вкупе, ну, создает такой приятный вайб.
да, что как будто бы женщина уже умудренная опытом, она что-то понимает. При этом она знает, что такое удовольствие, и может в это удовольствие в любой момент пуститься. Отношения с вашими близкими. Какой вы человек, вот просто в человеческом плане, да, вот контакт с близкими людьми, близкий круг, родные, дети, родители. В этом плане какой вы рисуетесь мужчинам чаще всего? Знаете, какая интересная характеристика, да? Мудрый, терпеливый ребенок. Ну, то есть, смотрите, вы человек, который вообще достаточно легко подходит к выстраиванию отношений, в том числе с близкими людьми. Иногда, кстати говоря, вы можете впадать вот в такие немножко инфантильные состояния, но, может быть, это делаете, не знаю, для того, чтобы сбросить какое-то лишнее напряжение. Если вы в буквальном смысле родитель, да, от этой ответственности периодически устаешь, ну и поэтому хочется зайти в какое-то состояние такой вот беззаботности, игривости, какого-то дурачества. То есть вы приятный человек в этом плане. По верховной жрице можно сказать, что мужчины чаще всего вообще не понимают, да, что у вас там происходит. Может быть, вы как-то как раз отношения с очень близкими людьми не выпячиваете, не афишируете, не демонстрируете. И понять, какая вы в отношениях с близкими, можно одним единственным способом – оказаться этим близким человеком. Да? Ну, а на ранних подступах пока просто это выглядит так, что вы человек достаточно деликатный, еще раз повторюсь, терпеливый достаточно, да, то есть можете довольно долго, например, примиряться с несовершенством людей, да, с их слабостями какими-то, понимая, что вы тоже себе позволяете, да, в какие-то моменты проявлять слабости. Ну и людям другим не запрещаете. Ну, может быть, поскольку у нас здесь появилась вот эта карта пажа жезлов, да, они понимают, что дети, похоже, да, для вас это история, которая всегда будет в приоритете на первом месте. Ну, хорошо или плохо, да, если у вас возникает такая дилемма провести время с ребенком любимым, да, который, например, приехал домой после длительного отсутствия, да, если он учится, например, в другом городе, и свидание, то вы в этот вечер, конечно, выберете провести время с своим любимым ребенком. Ну и вообще по жизни, да, вы понимали, что мужчины приходят и уходят, а дети – это ваше сокровище, ваша любовь. Вот так и с потоком мне говорят, да, мы сейчас тут оценок не даем, хорошо ли, плохо ли. Отношения с бывшими. Что у меня очень такой подробный получается расклад, боюсь, он у меня ни на какие площадки не загрузится. Давайте по одной карте будем брать, да, я постараюсь емко отвечать. Итак, хотя интересно, да, кто заинтересовался, приходите на личные расклады, там длинный можно будет сделать расклад. Итак, отношения с бывшими. Чаще всего, да, что думают мужчины. Здесь выпадает у нас карта ограничения. И это нам говорит о том, что вы чаще всего, если перестаете общаться с мужчиной, то вы ограничиваете доступ вообще к своей жизни. Это не история про то, что вы будете потом вот этот хвост у собаки по кускам отрезать. Ну, то есть, скорее всего, прекращаете полностью общение. Да, ну, выставляете такую границу, что наша история с тобой закончилась, да, зачем мы будем с тобой это длить? Дружить со своими бывшими партнерами. Слушайте, ну поскольку расклад общий, я могу предположить, что кто-то поддерживает какие-то уважительные отношения, особенно если дети, да, если этот бывший партнер ваш бывший муж. Но чаще всего вы понимаете довольно четко, что если вы будете продолжать в эту историю эмоционально вкладываться, то в вашу жизнь ничего нового не придет. Поэтому вы стараетесь ограничить это общение. То есть с вашими бывшими, ну, как говорится, или хорошо, или ничего. То есть отношения закончились, и на этом вы ставите точку. Скорее всего, нет никакого ощущения там какой-то обиды, злобы. Все как бы упал барьер, да, опустился шлагбаум, и на этом конец. Отношения с врагами, да, какая вы в гневе, да, как это проявляется, как видится мужчина. Слушайте, здесь мне говорят, что вам, в общем, может соответствовать фраза «месть – это блюдо, которое подают холодным». Вы умеете выждать паузу, да, и в какой-то момент, опять же, безоценочно сейчас говорим, можете насладиться поражением своего врага. Но, как правило,
Вы это не делаете своими руками. Вы отстраняетесь на какой-то момент, да, вот умеете затихнуть. И вы понимаете, что просто в какой-то момент этот бумеранг человека настигнет. Чувствуете ли вы какое-то тихое злорадство на этот счет или нет? Или вы такой человек, способный на какое-то всепрощение, принятие? Но, как правило, да, это такая история, когда вы понимаете, что ну, я не буду с тобой сейчас разбираться. Скорее всего, вот те ловушки, которые ты расставил мне, ты сам в эти ловушки рано или поздно угодишь. То есть такое, знаете, смирение, принятие, понимание, как эта жизнь устроена. В общем, умейте мудро выждать того момента, когда этого человека просто его же карма настигнет. То есть вот такие у вас взаимоотношения с недоброжелателями. Ваша сексуальность. Тут довольно много уже про нее было сказано, да, вы производите впечатление, это точно. Но давайте еще какой-нибудь штрих портрету. Ваша сексуальность в глазах и в душах мужчин. А вы довольно активная, решительная. Если вам партнер нравится, если вы заинтересованы, вы не будете мяться, мямлить. Вы довольно четко это даете понять. Да? Император у нас тут выпадает. И в этом плане, вы знаете, некоторые мужчины просто в восторге. Потому что там, не знаю, они десятилетиями ходят вокруг женщин, находят себе женщин холодных, фригидных, уговаривают, умасливают, пытаются заслужить, подкупить подарками. А здесь вдруг они встречают женщину, которая говорит: «Ты привлекателен, я чертовски привлекательна, чего даром время терять». Да? Вы человек прямой, вы с уважением относитесь к своим, в том числе сексуальным потребностям, поэтому вы долго медлить не будете. Вы активно свою сексуальность проявляете, и мужчина от этого в восторге. Ну и давайте в финале спросим, чего чаще всего мужчины от вас хотят? Зачем они вообще к вам приближаются? Какие такие потребности они в отношениях с вами удовлетворяют? Королева кубков. Да все они хотят. Они и жениться на вас хотят, и как любовницу они вас очень высоко ценят, и эмоционально с вами хорошо, и душой отогреться, вы эмпатичная, вы такой почти психолог домашний, ручной, вы женщина привлекательная, сердцеедка в меру. Но некоторые мужчины обожают, например, да, рядом с такой женщиной пройтись где-нибудь по набережной, да, это моя гордость, посмотрите, какая она у меня, то есть вами и... Сами любуются и перед другими хвастаются, хвалятся вами, очаровываются вами. Ну, прелесть, а не женщина, что тут говорить. Поэтому они хотят от вас все. Королевы кубков, королевы чаш, они с детьми очень мягкие такие, очень понимающие. На вас выходит вот этот вот абсолютно женский архетип. Вот ни больше, ни меньше. Да еще в сочетании с императором. Ну, с вами можно... Рожать детей, идти в разведку, заниматься любовью. Все. То есть исполняйте все мечты. Ну что ж, мои любимые, очень у меня получился длинный такой расклад. Не знаю, постараюсь все-таки как-то его опубликовать. Прощаюсь быстро, коротко. Люблю вас, обнимаю. Если нужен личный расклад, находите меня ВКонтакте или по почте, все расскажу. Невероятно ценю вашу поддержку, ваши донаты. Люблю, обнимаю. Приходите, пожалуйста, на следующий нарративный расклад.